Всем привет, меня зовут Максим, но сегодня не Максим, сегодня Steampunk Future, Cyberpunk Future, и я представляю вашему вниманию краткий обзор на канал с настольно-ролевыми играми «Герои метагейминга». Знакомство с героями метагейминга стоит начать с их YouTube-канала. На нем есть множество видео на любой вкус. Ваншоты, маленькие кампейны, большие кампейны и очень большие кампейны. Есть видео по самым разным системам и сеттингам. D&D, Delta Green, Ведьмак и многие-многие другие. Есть обучающие видео для новичков, как научиться играть в НРИ, Зов Ктулху и D&D. Есть плейлист с интервью с другими знаменитыми NRI каналами. Также у героев метагейминга есть Twitch. Можно в прямом эфире смотреть те игры, которые позже выйдут на YouTube. Бонусом прямых эфиров является возможность писать в чат всякую дичь, наблюдать технические шоколадки и изредка услышать мем от Кирилла. У героев метагейминга есть Boosty. Я подписан на Boosty, подпишись и ты. Здесь есть несколько уровней подписок. За большие деньги можно подкидывать персонажей игрокам и мастеру в предстоящие игры героев метагейминга. Но даже самый маленький уровень подписки дает доступ к разным полезным материалам для NRI. Переводы дополнений для Ведьмака, приключения для Delta Green и многое другое. В группе ВКонтакте героев метагейминга в основном выкладывают новости, объявления, изредка смешные и не очень опросы, а также мемы от подписчиков. Пара моих мемов тоже там была. Дискорд героев метагейминга полон разных каналов, где можно просто пообщаться на любую тему, обсудить NRI, найти товарищей для своих игр. Кстати, всех новичков призываю вступить в культ Гачибаси. Гачибаси – это суровый кот и настоящий данжен мастер. Со временем он поборет остальные еретические культы и бросит вызов главному божеству Дискорда – Лже-Даркону. Что ж, на этом все. Берегите себя, своих близких и свои